Ты пытаешься в одиночку сделать мир хоть немного лучше, и не можешь поставить точку, и закрыть на минуту уши, и надвинуть поглубже кепку, чтобы не видеть чьих-то страданий и не слушать вздохов соседки, говорящей, что кто-то ранен, потому что их очень много, и собак, и брошенных кошек, они бегают по дорогам. Но помочь им, конечно, можно, если просто забыть про отдых и про праздники с выходными, про театры, кино и моду, и носиться с ними больными, отдавать им силы и ночи, ведь они как малые дети. И лечить нужно многих срочно, а у них никого на свете. А тебе просто некогда плакать, боль их словно чувствуешь кожей. Если б каждый взял по собаке, изменился бы мир, быть может. Если б взял кто-то котенка, что бросается всем под ноги, завернул бы его в пеленку, показал бы пример он многим. Ты не можешь поставить точку, потому что знаешь, так нужно. И пытаешься в одиночку сделать мир хоть немного лучше.